Пункт отбора на контрактную военную службу – это стартовая точка для тех, кто хочет пойти добровольно защищать границы России. Ежедневно по адресу Октябрьская, 30 в Орле собираются мужчины, что готовы сделать взвешенный и осознанный выбор. Помогают им в этом офицеры пункта отбора на военную службу по контракту. Пункт отбора Орловской области ежедневно обращаются неравнодушные граждане, желающие исключить контракты для вступления в вооруженные силы Российской Федерации. Инструктора пункта отбора, в свою очередь, помогут с оформлением документов, расскажут о социальных льготах и гарантиях. Напомню, что социальные льготы и гарантии распространяются не только на самого военнослужащего, а также на членов его семьи. Мы находимся по адресу улица Октябрьская, дом 30. Также с нами можно связаться по короткому номеру телефона горячей линии 117 или по номеру телефона 5403-86. Присоединяйтесь к краю. Многих из них сделать этот выбор подтолкнуло то, что ряд родных и знакомых уже находится в зоне проведения СВО. Защищают нас на самом передке, отстаивают честь, достоинство и интересы целой страны. По личным убеждениям, враг у ворот, как бы надо кому-то защищать. Если не мы их, то они нас.